Ну, мне, они не приняли крест. А верующие были. Все, 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 старой верой. Да. И Екатерина их пересела. Это молока. Молоканы и русские, да? Они, по-моему, есть что-то разница между ними. Веры. Но самое главное... Да, обычаи другие. Они... Самое главное, что у нас уже есть опыт, да, мы вместе жили с славянским народом, да, мы вместе жили, друг другу так уважали и пожалели, что они уехали. Даже мы пожалели уехали. Они тоже жили. В разных уголках, вот в Россию, они сейчас в разных уголках живут. Мы так решили, чтобы они тоже жалели, что ушли. Поехали в Россию. Вот здесь, вот они когда уехали, да, здесь у нас было здесь село, отсюда 25 километров, от вашего называлось. Вот сейчас они, после войны осталось у азербайджанцев. Захватили армянская земля. Нет, вот они уже захватили и там осталось. Вот эти я туда. Вот эти русские дома уже. А я стану каждый год подорваться. Ну они продали, купили от русских, которые. Իրանք երկրորդ գաղթականներն են, առաջինը մենք ենք արևմտյան Հայաստանից, իմ պապերն են Վանից, Ղարսից եկած, երկրորդ գաղթականներ ածովաշենցիներն են, երկու անգամ են արել հայրենիքը, չնայած որ դրանք հաշվեն ջալախն են անգրել, не хочет войну. Да, что-то политика, да, есть. Война началась. У нас таких проблем не было. Самый первый война был, захватили это. Да. Вообще был как Корзин Бонцер. Ну это до нынешней истории осталось там как остров. Они захватили, и оттуда начиналась война. Армянская земля, да, здесь? Вот это Артвашин. А это Армения. Это у нас можно было, да? А это Артвашин. Вот здесь 25.